Всем добрый день, друзья, на связи Денис Телегин. Наша команда занимается ремонтом квартиры, я снимаю видео о том, как мы выполняем эти ремонтные работы, о том, какими материалами мы пользуемся, по какой технологии работаем, в какой последовательности и каким инструментом. Видео я снимаю, исходя из того, что у нас есть на сегодняшний день. Вот сейчас я нахожусь в двухкомнатной квартире в новостройке, и по проекту у нас здесь будут краситься. Соответственно, нам пришло время поклеить стеклохолст, и в этом видео я хочу рассказать о том, как это правильно сделать. Как наклеить стеклохолст так, чтобы он потом не отошел. Бывают такие случаи, что в самый ответственный момент, самый последний, когда уже стеклохолст наклеен, зашпатлеван, зашлифован, загрунтован, мы начинаем его красить, и он начинает пузыриться или расходиться на швах. Вот чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать ряд правил. Первое, что нам необходимо сделать, это обезпылить основание. Стеклохолст наклеивается на стену, потом шпатлюется, потом шлифуется и потом грунтуется. И если мы будем наносить грунтовку на пыльное основание, то произойдет следующее. Пыль будет собирать влагу в катушке и не даст ей возможность проникнуть внутрь стены. Для того, чтобы эту пыль убрать, лучше использовать строительный пылесос. Второе – это выбор качественной грунтовки. Вернее сказать, выбор правильной грунтовки. Так как у нас стены штукатурятся гипсовой штукатуркой и шпатлюются, то штукатурка со шпатлевкой являются пористым материалом, и они будут сильно впитывать в себя влагу. Как только мы наносим на нее клей, на эту стену, она тут же в себя его впитывает. Поэтому, по сути, мы клеим стеклохолст на сухую стену. Вот для того, чтобы этого избежать, необходимо грунтовать специальными пленкообразующими грунтовками типа Митригрунт. Они проникают внутрь стены и образуют там защитную пленку, которая не дает влаге впитываться. Причем следует помнить, что грунтовке необходимо дать время набрать сил. То есть лучше загрунтовать стену вечером, а на следующий день утром уже клеить стеклохолст. Третье – это правильный выбор клея. Так как мы клеим стеклохолст, соответственно, и клей должен быть для стеклохолста, а не для обоев. И очень важно, он должен быть влагостойкий. Так как впоследствии стеклохолст будет шпатлеваться 2-3, а может быть и 4 раза финишными шпатлевками, а это влажный процесс, то если он не будет влагостойким, он просто размокнет и стеклохолст от него отойдет. Причем важно, после того, как мы наклеим стеклохолст, мы еще раз поверх этого стеклохолста пойдем слоем клея. Мы будем использовать специальный профессиональный клей фирмы «Оскар».
Итак, друзья, мы поклеили стеклохолст фирмы «Оскар» на специальный клей этой же фирмы. Однако следует помнить, что качественный дорогой материал – это не стопроцентный залог качественной работы. Нам необходимо для качественной работы полностью соблюдать весь рабочий процесс и давать материалу полностью высохнуть и набрать свою прочность. Ну а на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.